Всем привет, я Демон Крафт, со мной... Мы. Я не буду представлять. Да, со мной я, с вами Демон Крафт двое. Со мной я. Да, вот. Нормально, нормально, это фишка. Короче, помимо монтажа, будут ответы на вопросы. Я думаю, можно начинать. Человек с ником Clash Royale Channel. Вопрос. Сделай голос любого героя с Dota 2. В общем, такая тема, что я не играю в Dota, я не знаю ни одного голоса такого персонажа. То есть, типа, нужно писать конкретнее, понимаешь? Просто. Ну и не, ну, не голос Пуджа, пожалуйста, потому что, типа, я мясник. Это нужно без аудасти делать. Ну так, просто для сведения. Андрей Лебедев, большое спасибо тебе передает. Uh-huh. А голос Блэкхарта все же не планируется, или с ним все и так элементарно? Нихуя или нет, я предположил. Насчет голоса Блэкхарта, понимаешь, он, скорее всего, будет в следующих выпусках. Просто такая тема, что я не могу брать два голоса с одного комментария. Он будет, но не в одном выпуске. Просто нужно как-то, типа, чтобы двое человек писали. Так что жди, не отчаивайся. Следующий вопрос. Данил Аниме, сделай голос Дракона Пажи. Какого дракона, пожалуйста, уточняйте. Я все понимаю, но если вы пишете «Голос Бэйна из Темного Рыцаря», допустим, я понятно, что нужно забить голос Бэйна из Темного Рыцаря. Типа, дракона, какого? Алдуин. Там, как приручить дракона, типа. Ниллингтон задает тебе, ну не задает, это, скорее всего, как комментарий. Дождь, а факела горят. Точка годна. А, тут так ответить, это Майнкрафт. И типа... Я же не говорю, что он будет полностью реалистичный, хотя в трейлере так и написал. Следующий вопрос. Clash Royale Channel задает вопрос, ну, в смысле, пишет к тому же видос SST, посветлее, пожалуйста. Такая тема, что это ночь, и типа должно быть темно. Ну, следующая серия будет там день, так что будет посветлее. Нейт ВРТ, на Тандем Варда Форта похоже. Не надо его так занижать. А можно ли заменить всю музыку в игре, а не только одну? Такая тема, что я просто как бы... Спизди. Ремув Вифело. Почему писать добавить, если ты заменяешь? Ты попался на кликбейт. Олух, олух. Ну, на самом деле, мы же как бы добавили свою музыку. Ну а как мне тогда назвать ролик? Как заменить уже созданную музыку? Поверь, кто это будет гуглить, серьезно. Да, это немножечко кликбейт. Олух, олух. Прости меня. Фил Ченнел пишет: братан, искренние поздравления, я смотрю тебя совсем недавно, но уже точно уверен, что твой канал получит популярность в скором времени. Видео отсняты качественно, звук отличный, все на высшем уровне, 500 подписчиков, это уже успех, удачи в продвижении. В общем, да, это был не вопрос. Спасибо тебе, братан, тебе тоже там всего хорошего. Dying Light Clips Compilation. Чувак, ответь мне. Вот ответил. Анон Некрон пишет: сними еще ПЖ. Если я найду этот комментарий под выпуском всяка снять в машине ему... Я найду тебя, сука, еба. Дизнок, или Дизнок, я не знаю, как это правильно читать, пишет: как ты научился это делать? Очень круто. В общем, смотри, тебе нужны руки. Следующий вопрос. Да, это жестко. Да, Артем пишет: сделай голос как по рации. Кстати, меня уже несколько раз спросили. Я думал сначала, ну, типа, ну, голос 9 хвост и лисы, типа, чем не рация. А потом мне сказали, типа, чтобы я прогуглил голос, как переговариваются из Black Mesa вот эти вот солдаты. То есть вот как у них, типа, рация должна быть. Я еще не нашел, но если там будет, ну, типа, прикольно, я сделаю. Так что, если что, жди. Супер-дупер-мега-ультра-форс-пауэр-элитный алоэ. Почему у меня видео недоступно? А, ты про SST. Такая тема. Я использовал там музыку. И, к сожалению, мне прилетело в жбан от создателей этой музыки. Посмотри ВК. Там в ВК нет таких жестких ограничений. Туда я буду заливать... Ну, перезаливать удаленные видосы, так что... Кавилор пишет: о, сам сейчас трою нечто грандиозное. Нужны адекватные люди в команду строителей. А, нужны, господи, я тупой. Я лично не против вас, чтобы у нас были другие руки, которые нам помогали. Я бы тоже не был против, просто мы такие ленивые. Ну, нас стоит понять, потому что все-таки... Да, типа мы занятые люди, у нас лето. Я вот вообще занят целый день. Кот Джейк, ну давай рассказывай, как ты
тимилуешь, тимилупси делали. А, таймлапсы, я Господи, понял. Господи, а ты как понимаешь этот вопрос? Может, ты сам читать будешь? Тимилупси, типа таймлапсы. Таймлапсы, мод камера студио. Все, изи, дальше. Шурик Channel, чем-то Fallout напомнило, однозначно лайк. Кстати, насчет Fallout и SST. Нет. Это не одно и то же. Кавилор вновь пишет. Меня интересует, как создавать свою анимацию рэгдолов и можно ли ее совмещать со стандартными анимациями. И как эту анимацию расположить, чтобы было полноценное движение на камеру. Просто по рофанг моде. Может, я на это попытаюсь. А, давай, просто я тоже как бы не особо, так что... Насчет совмещать можно. Если использовать обычную анимацию в Easy Animation Tool, то ее можно потом совмещать с таким модом, как Henry's Animation. И там тоже есть свои таймлайны, и ты просто его двигаешь, получается, и он будет как бы ходить. Ну, конечно, все это нужно так рассчитывать, прям жестко, не знаю точно. Я использовал как бы только Ragdoll Mover'ом, да и Андрей тоже ты использовал только Ragdoll Mover'ом, получается. Ну, это очень запарная работа, чтобы делать анимацию, это очень трудно, но если потратить там уйму времени, можно, в принципе, сделать. Да, особенно как у нас, господи, у нас анимация за 15 минут получалась, как, как кто-то падает, встает. Да, твоя мамуля пишет. Мам, зачем ты зарегала аккаунт? Не нужно. Голос Бэйна можно сделать и без эффектов. Вам нужна банка Принглс, просто говорите в банку, и вот вам Бэйн. Давайте забудем об этих условностях, мистер Уэйн. Нихуя не похоже. Vortex пишет, а что добавляет контент Half-Life 2 все части? О, ну это и легко. Это легко, да. Это, короче, смотри, есть некоторые предметы в Half-Life, которые не было в оригинальной. То есть, допустим, машина такая желтая, вот типа как есть баги, а есть такая желтенькая машина. Вот ее не было в оригинале, поэтому она у тебя будет ерор. А еще очень много делают карт с другими эпизодами. Если ты на них зайдешь, у тебя будет миллион ероров и миллион эмо-текстур. Если хочешь 2007, не качай, в принципе, какая разница. Фрэнка Синатра, привет. Я тебя давно хотел спросить, как нормально анимировать рот? Это ну, вообще не ко мне. Это на самом деле очень заварно. Там просто нужно внизу, когда вот есть в инструментах, как бы по озеру лица, можно скачать, конечно, мод, который позволяет его легче делать, но я особых изменений не увидел, поэтому стоит просто внизу разобраться. Вот там, конечно, по-английски написано, это же Гаррис Мод. И просто там поиграться с ними чуть-чуть, а потом в Ragdoll Mover все это... Ой, не Ragdoll Mover, господи, Henry Animation это все позволяет сделать. Ася, какая версия Audacity у тебя? Вы чё вообще? Вы чё, блядь, вообще, суки? Ну все. Знаешь, у меня тут вопрос этот назрел. Вот, ну даже не вопрос, ну да. Чисто вот какой бы ты сериал гамодовский смог посоветовать людям? Не твои, не другие. Не мои. Да, не твои. Только нет. Мог бы посоветовать «Паразиты» сериал, хороший очень. Вот, это если из Гаррис Модовских. Недавно увидел канал человека, который очень неплохие гмодовские сериалы. Я не помню название, но я на экране напишу. Даже, может быть, ссылку в описании оставлю. Это не реклама ни в коем случае. Это просто чисто... Потому что мне понравилось творчество этого молодого человека. Это если из Гаррис Модовских. Из майнкрафтовских, допустим. Посоветую Майнёше. Надеюсь, я правильно прочитал. Недавно увидел AMVS Studio, просто классные чуваки. Недавно, кстати, новая серия Чайника вышла. Я вчера смотрел, так рофлил над ней. Получается, это у них очень офигенно. Типа, так держать, братюня. Респект у божуха к успеху. Вот. Ну, знаешь, о своих планах будущих рассказать, типа, что хотим сделать. Ну, думаю, сериалы будем снимать. Типа... Внимание, спойлеры! Вот, хотел давно рассказать, вот выдался момент. Шо с Алоуном, допустим, да и с другими, типа, Темный Ангел. Мы хотим сейчас отснять весь инсламмент, то есть чтобы. Ё-моё, чтобы не было таких заминок, то есть отснимем Revenge, там все вот это снимем, а потом это все будет выкладываться и на канал, на мой, то есть некоторые на канал Саши. И у нас есть один отдельный канал, называется Inslamment. Вот. Ну, просто никто не знал. Я вам говорю, кроме меня и с Александра с ником никто не знал. Вот, есть, на нем будет выкладываться все по хронологическом порядке. Так что ждите, как только все снимем. А, и, кстати, сайт, ты не забудь про сайт.
Сайт, он в разработке, на самом деле. Ну, на самом деле, да. Вот, поэтому, если будет... Я его делаю только в свободное время, так что все. На этом точно все. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал мой, на канал Сашу. У Никиты пока что нет канала. И не будет. Ну, возможно, не будет. Хотя я ему рекомендую создать, потому что у него хорошее видео получается. No! Вот, но... В общем, все. Всем пока. Не болейте.